Мы живем в мире мгновенных сообщений. Можно ли сформировать посыл интегрального воспитания? Объединение. Воспитание к объединению? Воспитание к объединению всего человечества. Точно так же, как природа является единой силой, действующей в одной системе, также мы должны быть в единстве, в одной и той же системе, потому что мы к ней относимся, и только мы являемся неисправленной ее частью, неправильно настроенной. Мы говорим о сборке всего человечества обратно, чтобы она снова стала частью интегральной системы. Поэтому это называется интегральное воспитание. Можете придумать другое название, если есть идеи. Мне просто пока в голову ничего другого не приходило.